بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые телезрители снова приветствую вас на передаче противостояние света и тьмы и мы приветствуем нашего гостя шейх Курбан шейх Курбан салам алейкум алейкум салам рахматуллах баракату шейх Курбан мы с вами уже на протяжении нескольких передач точнее можно сказать всех тех передач которые мы с вами говорили основная наша тема была то что есть сторонники света, есть предводители света, есть предводители тьмы. И, естественно, у каждого из них есть свои сторонники. Или другими словами, если выражаться, есть цивилизация Тагута и есть цивилизация посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, который является основой этой цивилизации. И в то же время мы наблюдаем имама Али, который на самом деле является своего рода также, если посланник Аллаха является корнем, то имам Али является стволом, можно сказать, стволом, если уподобить, как мы с вами делали, да, уподобляли дереву. Если уподоблять дереву, то имам Али является столбом, имамы являются, как мы сказали, ответвлением, а их шииты являются теми самыми листами. Если говорить согласно тому хадису, который мы с вами приводили. И, в общем, понимаем одно, то, что есть цивилизация посланника Аллаха, есть ее сторонники, и мы должны быть приверженцами этой цивилизации, мы должны прилагать все усилия для того, чтобы, как говорится, сохранить эту цивилизацию, цивилизацию посланника Аллаха. Что можно, какие еще можно выводы сделать из тех разговоров, которые мы с вами обсуждали? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. Я приветствую, дорогих телезрителей. И важнейший вывод, который из всего этого мы можем сделать, и который мы на протяжении нескольких передач повторяли и подчеркивали, заключается в том, что опасность и угроза многобожия не заключена в теории многобожия. Теория многобожия, она не является, на самом деле, обратите внимание, в обществе, в цивилизации единобожия. Да, может быть некое смешение, о котором мы говорили ранее, где наличествует элемент, который теоретически поддерживает это единобожие, но весь образ его жизни, вся практика воплощает в себя многобожие. И наоборот, в цивилизации тагута, в цивилизации многобожия могут быть элементы, которые смешались с этой цивилизацией, идеологически и теоретически поддерживают это многобожие, поддерживают и исповедуют, то есть считают своей позицией это многобожие, но на практике они могут стремиться к чему-то другому, единобожию. Поэтому точно так же, как и величием и значимостью единобожия является его практика, а не исключительно теория. Теория необходима, но она не является целью и не является тем достоинством, к которому необходимо стремиться. Нет. Именно практика, именно ее воплощение и ее олицетворение. То есть, и это является тем благом, которое дает плоды. Дает плоды постоянно с позволения Бога. Это единобожие дает плоды. Это единобожие, в котором есть развитие, прогресс и духовное возвышение, есть совершенствование человека. А угроза является цивилизация, именно это общество многобожие, в котором выстроены особые виды отношений, особые виды экономических отношений, торговых отношений, есть родственных отношений и всех остальных видов отношений. Деятельности СМИ, деятельности культуры, вся эта культура, культурная деятельность,
туристическая деятельность, абсолютно все. Все выстроено на основе многобожия. То есть основой и фундаментом всего этого является именно многобожие. Именно эта структура, именно эта цивилизация и представляет из себя эту угрозу, эту опасность для веры человека, для его будущего, для его выгоды, для его развития. Ибо в этой цивилизации, примкнув к этой цивилизации, став частью этой цивилизации, или симпатизируя этой цивилизации, или как-то склоняясь к этой цивилизации, это масса коммунар, человек деградирует, человек теряет, или Всевышний неоднократно говорит о них, что в этой цивилизации, кроме убытка, кроме деградации и потери, ничего нет. В этой партии, Алаба инна хизба шайтани хумуль хасирун, разве партия шайтана, они не являются той самой партией, которая потерпит? Конечно же, потерпят убыток. Они являются хасирун, те, которые терпят убыток, те, которые теряют, деградируют. У них нет прибыли, они ничего не приобретают, они деградируют. И такова функция, и таково свойство цивилизации Тагута. Но здесь важно понимание того, что, также, что через что это происходит. То есть и что является главной и основной задачей этой цивилизации. И если мы обратимся к аятам Священного Корана, это об этом неоднократно говорится, точно так же, как цивилизация единобожия и особенностью и качествами, характеристикой цивилизации единобожия является определенное свойство. Точно это же свойство имеется и в цивилизации многобожия. Что это за свойство? Мы обсуждали ранее в наших обсуждениях, предыдущих передачах обсуждали, и мы видели, что из аятов Священного Корана, что качеством и особенностью дома посланника и этой цивилизации посланника является то, что ничего совершенно не отвлекает человека от поминания Аллаха. Риджалун ла тульхийхим тиджаратун ва ла байун ан дикриллах. Фи буютин адина Аллаху ан турфа ва юдкара фи хасмуху. Риджалун ла тульхийхим тиджаратун ва ла байун ан дикриллах. Это особенность этой цивилизации. Это особенность этой цивилизации. Она выстроена, вся ее структура выстроена таким образом, что не отвлекает человека от поминания Аллаха. И даже более того, сами взаимоотношения в этой цивилизации являются самим поминанием Аллаха. И в противовес этому цивилизация Тагута занимается ровно обратным. И в аятах Священного Корана также об этом неоднократно говорится. Обратите внимание, в одном из аятов Священного Корана Всевышний говорит: «Иннама шайтану юриду ан юкиа бейнакум л'адавата вальбагда фил хамри вальмейсири». Всевышний говорит, что шайтан, дьявол, хочет посеять среди вас ненависть и вражду. Посредством чего? Фил хамри вальмейсир. Через азартные игры и через спиртные напитки. Через это. وَيَسُدَّكُمْ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَنِ السَّلَاهِ. Это цель шайтана. И чтобы закрыть вам путь, преградить вам путь, وَيَسُدَّكُمْ أَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَأَنِ السَّلَاهِ. И закрыть вам путь, и преградить вам путь, не дать вам абсолютно никакой возможности. То есть через эту структуру, через эту цивилизацию, через эти взаимоотношения, дьявол и шайтан и тагут хочет сделать невозможным именно поминание Аллаха. Точно так же, как в структуре посланника все отношения строятся именно на поминании Аллаха, который является источником прогресса и развития и совершенства человека. Человек возвышается и совершенствуется именно через поминание Аллаха. А в структуре тагута сделано все и все выстроено таким образом, чтобы забыть Бога. И это практически мы лицезреем. И любой более или менее аналитически рассуждающий человек, проникнув в эту цивилизацию или взглянув на эту цивилизацию, прекрасно понимает, что эта цивилизация нацелена именно на это.
то, как выстраивается государство, общественные отношения, родственные отношения, торговые отношения и все остальные отношения, то, как они выстраиваются, дружеские отношения, супружеские отношения, гражданские отношения, социальные отношения, все. Все это сделано для того, чтобы все нацелено именно на то. Это не случайно. Не думайте, что вот кто-то решил, что а, так лучше. Давай. Нет. Это все имеет источники. Это все имеет то, из чего все это произрастает. Все это происходит. И все это нацелено на то, чтобы отвлечь человека от поминания Аллаха и насуллаха фаансахум анфусахум. А что является следствием? Что в результате этого происходит? В результате того, что человек забывает Аллаха, перестает поминать Аллаха. Что происходит? Что является результатом деятельности тагута и цивилизации тагута? Забывают сами себя, да? Совершенно верно. Это сам Всевышний, аят Священного Корана говорит «Насуллаха фаансахум анфусахум». Это следствие. То есть они забыли Аллаха, и Всевышний заставил забыть самих себя. Тоже так. Он привел это отсутствие поминания Аллаха, это предание забвению Всевышнего приводит к тому, что человек забывает самого себя. И когда человек забыл самого себя, он занимается всем, только не собой. Всем занимается, только не собой. Развивает все, кроме самого себя. Обратите, современная, та же самая часто приводимая нами пример, западная цивилизация исповедует, то есть в теории и в практику воплощает то, что человек – это тело. Это его тело, это его руки, ноги, его мышцы, его сухожилия, его мозг, его глаза, уши и все остальные части тела. Это он сам. И как следствие, все внимание именно уделено этому. Человек в этой структуре, в структуре тагута, всю свою драгоценную жизнь, валь-аср, клянусь временем, говорит Всевышний, клянется временем, потому что это время является чем? Является начальным капиталом человека для развития. Валь-аср инналь инсана лафи хуср. Клянусь временем, что человек находится в убытке. Почему в убытке находится человек? Почему? Причем здесь время? Почему Всевышний клянется временем и наряду с этим говорит об убытке? Потому что именно время является тем самым начальным капиталом, от которого человек отталкивается. Отправив человека в эту жизнь, Всевышний дает ему время, больше ничего не дает. Вот это время и воспользуются этим временем, чтобы развиваться, чтобы совершенствоваться, чтобы приближаться ко мне. Это время. А в структуре тагута, в структуре дьявола, это начальный капитал, это время тратится на что? Тратится на то, чтобы развивать и совершенствовать и прогрессировать то, что не является им самим, его тело, которое сгниет и растворится в земле. И с этим связана вся цивилизация. Насуллаха фаансахум анфусахум. Разве не это является ярчайшим примером того, что это просто люди, которые забыли самих себя. Они не знают, кто они такие, что они такие, что им нужно и как им нужно развиваться. Они ничего о себе не знают. Они обслуживают, это как водитель, который гниет, у него гнилые зубы, у него переломана рука, нога. Он вот-вот умрет, у него он истекает кровью, у него вскрыта вена, водитель машины, который вот-вот умрет и постепенно движется к тому, чтобы полностью умереть, но при этом вся его забота – это его вот это вот железный конь его, его машина, он заботится. Человек подобен в структуре того, вот, это такому водителю. Он умирает, он погибает, он уничтожает самого себя, он погружает себя во тьму, в огонь, в гиенну и… При этом вся его забота, вся его мысли, все его мысли – это то, как красиво выглядит, как ухаживать за своими волосами, как ухаживать за своими глазами, за носом, чтобы у него все было прекрасно, ходить в спортзал и держать себя в определенной форме. Накачивают огромные мышцы и так далее.
Но это не только они, то есть не только эти спортсмены, да? Это я пример привожу, что это пример всей их деятельности от начала до конца, всей цивилизации тагута, насуллаха, фаансахум анфусахум. Это роль и функция, и это свойство, характеристика цивилизации тагута. Фастахвада алейхиму шайтана, Всевышний говорит в Священном Коране, фаансахум дикраллах. Всевышний говорит, одолел их дьявол. И забыл заставил забыть поминание Аллаха, фаансахум дикраллах. Истахвада алейхиму шайтану, фаансахум дикраллах. Он одолел их, и это его первейшая функция. Да. Это первейшая его роль, его цивилизация, его структура, его общество, которое он выстраивает, и этих отношений практических, которые он навязывает этому обществу. Он одолевает их. Истахвада одолел алейхиму шайтан, фаансахум дикраллах. И забыл заставил забыть упоминание Аллаха. Это то, к чему приводит цивилизация и структура дьявола и тагута. Уляйка хизбу шайтан, Всевышний говорит. Это партия дьявола, те, которые забыли. Кто? Уляйка это кто? Это те, которые забыли упоминание Аллаха. Те, которые примкнули к этой цивилизации, в эту структуру. И приняли за свои координаты, практические жизненные координаты. Мы сказали, под поминанием Аллаха подразумевается цивилизация, да? Да, это ярче, яркий пример. Но опять-таки, не нужно ограничивать поминание Аллаха, имеет ясный, недвусмысленный смысл. То есть смысл ясный и понятный, там нет альтернативного толкования. Поминание Аллаха – это поминание Аллаха. Это когда ты помнишь об Аллахе. Но почему посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, называется поминанием Аллаха? Почему его структура, его дом – это поминание Аллаха? Потому что они воплощают в себя поминание Аллаха. А так-то ясен смысл поминания Аллаха? Да, да. Все является проявлением. Это. Проявлением или сотворением поминания Аллаха. И поэтому Всевышний говорит, «Гада анзалаллаху алейкум дикран расулян ятлю алейкум аятилляхи мубайинат». Он ниспослал вам посланника, который читает вам ясные знамения Аллаха. И этот посланник является напоминанием. Дикр. Дикр – это ясный смысл, но этот дикр имеет смысл именно в структуре этой цивилизации, в структуре посланника Аллаха, в доме посланника Аллаха. И он обретает особый смысл в структуре посланника Аллаха. И в доме посланника Аллаха обретает особое влияние, особый смысл, особые свойства. Когда структура так выстроена, что риджалю ля тульхийим тиджаратун валя бай, никакие мирские дела, никакая суета абсолютно, совершенно, ни семейные дела, ни рабочие дела, ни торговые дела, ни какие-либо другие дела, ни семейные отношения, ни родственные отношения, ни дружеские отношения, вообще ничего не отвлекает человека от поминания Аллаха, а является самим поминанием Аллаха. Именно в том смысле, что является поминанием Аллаха. В аяте Священного Корана «Аля бидикриллахи татмаинну аль-кулуб» «Разве не через поминание Аллаха успокаиваются сердца?» В преданиях сказано, что поминание Аллаха – это его святость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Точно так же, как мы в аятах Священного Корана это обнаруживаем. «Гада анзалаллаху алейкум дикра, расулу алятлю алейкум аятилляхи мубайинат». Он ниспослал вам поминание, коим является посланник, который читает вам ясные знамения. То есть поминанием Аллаха, несмотря на его обширность, его смысла, именно олицетворением этого поминания является посланник и его структура, его цивилизация, его дерево, его слово, келима, является именно посланник, его дом является. Именно поэтому, точно так же, как и функцией, и целью, и ролью, которая играет в жизни человека, цивилизация и структура посланника – это поминание. Цивилизация так выстраивается, что ничего не отвлекает человека от поминания. Он погружается, вся его жизнь становится поминанием. Его дыхание, его взгляд, его походка, его торговля, купля-продажа. То, что мы обычно не воспринимаем как салат. Фансахум дикраллах. Фансахум дикраллах. То есть шайтан, когда он предает забвению поминание Аллаха, предает забвению салат –
через эту практику, то посланник Аллаха и его структура делает совершенно обратно. Уляйки хизбу шейтан. И те, которые примыкают к этой цивилизации Тагут, они являются партией дьявола. Те, которых заставил дьявол забыть упоминание Аллаха, предать забвению упоминание Аллаха, это уляйки хизбу шейтан. И Всевышний говорит, аля ва инна хизба шейтани уляйки хумуль хасирун. Это те, которые потерпят убыток. Почему убыток потерпят? Почему, откуда это? Разве у них нет домов, имуществ, богатств, власти? У них находится власть в этой жизни, в этом мире, власть у них. То есть они контролируют то, что видит обыватель, то, что мы можем на первый взгляд заметить. Они обладатели власти, они обладатели богатств, они обладатели возможностей технических, технологических и других возможностей. Почему они потерпят убыток? Потому что они ничего с собой из этого не заберут. И развитие души человека, развитие самого человека, насуллаха фансахум анфусахум, когда они забыли Аллаха, они забыли самого себя. Всевышний заставил забыть самих себя. И забыв себя, они не занимаются собой, не занимаются своим совершенствованием. Ибо это совершенствование, это приближение, это возвышение возможно исключительно через что? Исключительно через поминание Аллаха. И таким образом они, предав забвению поминание Аллаха, заковывают себя в цепи и оковы, превращаются в рабов. Мы говорим и в преданиях, в аятах священного Корана, часто говорится «Ибадуллах», «Абдуллах» и так далее. Рабы Аллаха. Да. Но Всевышний, он ни в чем не нуждающийся, он самодостаточный, он всемогущий, всезнающий, Всевышний. Что значит быть его рабом? Каково рабство перед Богом? Раболепие перед Богом каково? Оно является самым, что есть царством. Ибо он есть всемогущий, всезнающий, самодостаточный и абсолютно ни в чем не нуждающийся, в том числе и в поклонении своих рабов. Поэтому это рабство, оно является самой что ни на есть свободой и величием. Оно не является приниженностью в настоящем смысле этого слова. Ибо он всемогущий, всезнающий и самодостаточный. А когда тагут заковывает свою партию в цепи нужды, то они становятся рабами. Рабами чего угодно, и обслуживают, и развивают что угодно, только не самих себя. Да. Это качество этих двух цивилизаций. Цивилизации Тагута, который основной задачей, ролью и функцией, которая является предать забвению упоминания Аллаха. И цивилизация посланника, который играет обратную роль, что вся его деятельность, вся его структура полностью есть упоминание Аллаха и, как следствие, развитие в противовес деградации и убытка. Шейх Курбан, я прошу прощения, наше время ограничено. Я благодарю вас за то, что уделяете время и за такое разъяснение, значит, этой темы. Мы с вами продолжим на следующей передаче. Уважаемые телезрители, я с вами прощаюсь. Продолжим на следующей передаче. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.